Я режиссер Гарри Бардин обращаюсь к вам не в первый раз, во второй. Обращаюсь с благодарностью за то, что вы помогли мне в первом случае в создании фильма «Три мелодии». По каналу «Культура» прошел этот фильм. А сегодня я уже занят новым фильмом. Называться будет он «Слушая Бетховена». Тема его достаточно для меня важная. Что дороже всего? Жизнь. А после жизни что? Свобода. И она для меня является определяющей в моей жизни, во всяком случае. Свобода или, как Пушкин называл, вольность. И об этом я делаю фильм. На музыку Бетховена. Вы поддерживаете мой фильм, покупая раскадровку куклы из предыдущего фильма из трех мелодий. И этим вы оказываете поддержку новому фильму. И в этом я вижу тоже большое благородное дело с вашей стороны. Потому что съемки фильма – это моя жизнь. Вы таким образом продлите мою жизнь. Заранее спасибо. Гарри Бардин.